Skyrim Special Edition очередное обновление. Самый лучший дом для мага, друзья. Всем привет, меня зовут Сагирован. Это мой канал Мистер Кэт. Поехали. Друзья, я очень-очень-очень расстроен. Почему? Давайте вам расскажу немножечко позже. Ладно, заходим в задание и видим мир Watch. Мне рассказали, что где-то к востоку от Морфола стоит загадочная башня. Если она заброшена, то она может мне пригодится обследовать мир Твоч. Кстати, у меня было еще видео по жилищу в тундре. Друзья, те, кто помнит, если не видели, ссылочка внизу, посмотрите, оцените. И в конце напишите, пожалуйста, какой дом вам понравился больше. Спасибо, друзья. Ну что ж, Арахня, ты готов? Пойдем. Вон вдалеке мы уже видим эту башню. Вижу. Ого! Корос! Ах ты ж гад! А ну иди сюда! Вау! Воу-воу-воу-воу-воу! Прикосновение ладошками. Ого! Здесь мы видим Ханса. Записка. Давайте его осмотрим. Дневник Ханса. Если вы его прочитаете, то... Когда око зажжется пламенем, заяц укажет путь. Очень интересная история по поводу этого дневника и как Ханс хотел активировать печать, но никак не мог совладать с огнем. Он делал просто огромные костры, но... У него не получалось. Потому что просто так в этот дом не попасть, друзья. Нужен ключ. Для того, чтобы попасть, мы должны активировать вот эту печать. Огнем. И видим зайчика. Как в дневнике. Куда ты, малыш? Бежит, бежит. И... активирован. Да, точно такой же луч, как и в Винтерхолде. Ну вы просто посмотрите. Ого! Как же круто сделано. Ничего лишнего. Конечно, честно говоря, огородика не хватает, да? Ладно, друзья. Заходим. Добро пожаловать в мир Watch. Я, честно говоря, его обставил. Да, я обставлял его 2 дня. Почему? Сейчас покажу, друзья. Сейчас я вам все покажу. Давайте вот пойдем по краю. Тут у нас библиотека. Любимые книги вы можете сюда сложить. Кровать. Скорее всего, для ваших детей или жены. Там еще одна для жен. Для детей. Вот. Кухня, полноценная кухня, где можно приготовить по-настоящему уникальные сладости. Те, кто смотрели мои секреты, уже, наверное, поняли. Давайте дальше. Тут у нас небольшая выставка, манекен. Да, манекены, сейфы. Ну, короче, есть что куда сложить. Это ваша постелька, друзья. Также святилище есть. О, какая ваза. Драгоценный кувшин. Комната, но к ней мы еще вернемся. Болезни. Рецепты. Центральная уютная комнатка. Вы просто посмотрите. Кстати, почитайте вот этот дневник. В режиме паузы, друзья. Пожалуйста, почитайте, я не буду вам читать, это очень круто, потому что, почему я люблю эти обновления в Skyrim Special Edition? Да потому что они очень-очень лорные.
Друзья, да, с этими дополнениями работают непосредственно разработчики от Bethesda, но также сторонние люди. И они лучшие, и они не тянут систему. Это самое главное и крутое. Ну что ж, давайте, наверное, я вам расскажу перед входом вот эту комнату, что же все-таки меня так сильно огорчило, друзья. Хотя нет, давайте немножечко позже. Заходим в самую интересную комнату, это галерея Мирвотча. Друзья, это, конечно, просто невероятная галерея. Огромная, яркая, где есть просто все, 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 даже больше. Вот эти вот новые какие-то текстурки с грибочками, как же это все атмосферно и круто. Да, свой собственный маленький сад. Да. Я посадил грибочки. И не просто так. Вы просто посмотрите. Здесь вы можете посадить все, что вы хотите. Классно. Какие-то цветы, гербарии, еще что-то. Черт. Вы посмотрите на вот эти вот новые какие-то грибы, которые тут растут. Вау. Тут все, друзья. Кузница. Все-все-все станки. Все очень круто, атмосферно. И давайте по порядку. Сначала пойдем вот сюда. Здесь у меня небольшая коллекция доэдрического снаряжения. Конечно, можно все по-своему, но тем не менее. Вот эти вот стенды, друзья, специально, вот, например, клинок Бладскал только для него. А сверху специально для дубины защитника. То есть другое снаряжение вы туда не положите. Также вот здесь уникальнейшее оружие. Вау! Как же я был этому рад. Станок для посохов, друзья. Здесь можно посох Шиората сделать. Ого. Да, у меня было по нему видео. Давайте дальше. Мне просто не терпится вам показать дальше. Сталгримовое снаряжение. Вау. Самое интересное можно. Драконье снаряжение. Коллекция баночек с насекомыми. Черт. Да, не зря их сюда добавляют, потому что есть настоящее раскрытие этой тайны. Видео в будущем, друзья. Так что подписывайтесь. Коллекция масок. Драконьих масок. Воу. Тут просто шкафчики можно сложить. А вот, посмотрите, сверху коллекция кинжалов, уникальных кинжалов. Тут каждая ячейка имена, друзья. Любой кинжал вы туда не положите. Также коллекция посохов. Офигеть! Вот это да! Здесь, по-моему, любое оружие, но тут у меня собрано практически все уникальное, кроме щита, друзья. Здесь или Легион, или Братья Бури. А за кого ты? За кого я? Вы уже узнали, друзья. У меня есть видео. Стенды для уникальных щитов. Только для них, друзья. Как же круто, что это как коллекция, которую ты собираешь. Черт. Здесь, да. Здесь Данвгард. Тоже уникально. Видите? Флаг специально для этого. Там, кстати, нет. Там нету флага. Уникальное оружие. Алхимический стол. О, да. Во, Данвгард. Уникальные доспехи, лук, щит, парагоны. Ну, короче, вообще я был в шоке. Зал для коллекции тут намного круче, чем жилище в тундре. Хотя там тоже очень, очень достойный. Тут эбонитовый, но вы можете сложить все, что хотите. Я думаю, зайдет просто всем. Он просто обалденный. И он, между прочим, бесплатный, если вы умеете пуляться огнем, друзья. Но я думаю, каждый даже воин умеет использовать магию огня. Ну что ж, и давайте наконец-то я вам расскажу, что же так сильно меня сегодня расстроило. Это мне прислал мой подписчик. Друзья, вы представляете? Сейчас соберусь. Вы представляете? The Elder Scrolls Blade переносят! Переносят на 7 число! Я-то думал, я уже завтра поиграю. Я уже, как всегда, наивный. Завел будильник на без 5:12. Ну да, я такой наивный, что думаю, что всегда
сразу 12 часов включают, понятное дело, что это днем, но черт! И скорее всего они сейчас добавляют сервера, друзья, именно сервера, они продлили еще на неделю, еще что-то тестируют, 100% это будет разрыв, The Elder Scrolls Blade, у меня есть обзор, пару видео, зайдите геймплей. Игра просто жесть, я ее очень-очень сильно жду, и придется еще недельку подождать, друзья. Ладненько, ладненько, всем огромное спасибо, ставьте лайк, будьте счастливы и комментируйте, друзья, пока!